Решил прикорнуть в кафе и чуть не лишился мобильного телефона стоимостью 70 тысяч рублей. В середине сентября в полицию обратился сыктывкарец с заявлением о пропаже дорогостоящего смартфона. Он рассказал, что отдыхал в одном из ночных заведений города. Мужчина признался, что в тот вечер сильно перебрался спиртным и уснул. Телефон оставил на столе. Когда пришел в себя, гаджета уже не было. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и установили подозреваемого. Подозреваемое лицо также в 6-7 часов утра приходит в данное питейное заведение, видит на столе мобильный телефон, садится рядом с заявителем, делает видимость того, что они знакомы, берет его мобильный телефон, не принадлежащий, да, подозреваемому, делает вид, что он звонит по этому мобильному телефону и похищает данный мобильный телефон, забрав его, удостоверившись в том, что за его преступным действием никто не наблюдает. В Сыктывкаре полицейские вели операцию «Квартал». Ориентировку воришки получили все патрульные экипажи. Вскоре подозреваемого задержали. Мужчина сам продемонстрировал похищенный телефон и заявил, что это его вещь. Да только разблокировать гаджет, не зная пароля, горе-воришке не удалось. Смартфон вернули хозяину. По факту кражи возбудили уголовное дело. На время следствия ранее не имевшего проблем с законом 43-летнего сыктывкарца отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.